Только я положилась, сказала: «Ой, какая лампа прекрасная, ой, какая хорошая, не подводит меня, выручает», как лампа сказала. «Угу. Пока». Да, лампочка тоже уволена, я согласна, согласна. О, как интересно, я попала именно на Евин комментарий, я даже не знала, что это Ева пишет, я просто посмотрела, думаю, лампочка уволена, а это Ева. Чувствую, чувствую тебя, Ева, даже на расстоянии просто вот этими вот посылаем друг другу энергетику, ребятушки, я надеюсь, что вы ее тоже чувствуете. Так, ну давайте тогда возьмем и просто произведем замену этой лампы. Господи, у меня уже это входит в рубрику, да, надо как-то это тоже придумать. Не знаю, как-нибудь это сделать там. Встаем с места, идем заменять лампу. Да-да. Почему ты меня подвела? А я так на тебя надеялась. Да почему? Скажи мне, почему? И опять ты горишь зеленым, так какого фига происходит? Что с тобой не так? Что? Ты выдохнешь, у тебя тоже депрессия, но ничего страшного. Давай ты полежишь, отдохнешь немножечко. Ла-ла-ла, я могу записать как психологу. Ла-л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 а. У меня как раз-таки вот там софтбокс стоит, может быть, он тебе поможет как-то психологически. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну-ка, опа, смотрите, розовый, значит, смотрит, синий. Опа, полиция, желтый, красный, вот нам нужен красный. Так, ну я надеюсь, что, собственно, а ты давай-ка, пожалуйста, на место, я не знаю, там отдыхаешь, что ли. Ла-ла-ла, а почему меня подводит техника, почему, да-да-да-да, но почему, да, вот так всегда, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, лампа не выдержала моей силы, сказала просто: «Слушай, ты так кричишь, господи, можно я пойду отсюда просто спать? Ты вообще видела время?» Так время еще детское, детское время. Время, не детское время, позднее время. Нам надоели книжки в постели, ваши советы, нам хочется дела. И опять дискотека авария. Придет наше время. Все, заменила. Не подведи меня. Пожалуйста, не подведи меня. Ну ладно, у меня есть еще одна. А ту поставила еще заряжаться. Хотя у нее там опять зеленый огонек горит. Я не знаю, почему они меня бойкотируют. Я им не нравлюсь, кажется. Ладно, пускай будет так. Что, собственно, запустим?